На участке дороги Можайского шоссе в селе Юдино возросло количество ДТП. Это связано с тем, что в последний месяц здесь значительно увеличился поток машин, а пешеходы пренебрегают правилами дорожной безопасности. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. К сожалению, пешеходы, как данная категория участников дорожного движения, остаются самыми уязвимыми. И с целью профилактики и предотвращения ДТП с участием пешеходов сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия под названием «Пешеходный переход». Несмотря на то, что поток машин движется здесь очень плотно, несмотря на то, что под ногами скользко, а на улице темно, несмотря на то, что наземный переход не так уж и далеко, находятся те, кто все-таки решается перебежать оживленное Можайское шоссе в неположенном месте. С замиранием сердца смотрели на отчаянного пешехода, поджидающего его за поворотом сотрудники ГИБДД. Вы где переходили сейчас дорогу? Вот здесь переходила. А почему вы там переходили? Потому что мы каждый день там переходим дорогу. А почему? А вот здесь наземный пешеходный переход. Наземный пешеходный переход есть. Ну там, знаете, мусорно, далеко, неудобно. И ходить далеко, да? Конечно, ходить далеко. Ну вот вы неправильно сделали. А вот если вас собьет автомобиль, что тогда будете делать? А? Ну, видите, это вопрос, конечно, интересный. Да, вот вы знаете, какой поток едет, да? Я вас прекрасно понимаю, потому что не в первый раз меня уже останавливает представитель службы ДПС. Это было утром. Но, конечно, работникам глобуса, которые ведут на работу, это очень 5 минут, 7 минут, даже 10, когда спится. Задержанного пешехода ожидали не только профилактические беседы и штраф в размере 500 рублей за переход в неположенном месте. Инспекторы вручали нарушителям небольшие подарки. В любом случае, да, нужно использовать вот светоотражающие элементы. Это неправильно, я учту, больше не буду, честно. Да, и сегодня после тяжелого рабочего дня, 7 утра, как-то... Вот, может быть, да, как-то вот ленточку, чтобы хорошо было вас всегда видно. Хорошо. Всего за 30 минут рейда на этом участке дороги сотрудниками ГИБДД были замечены 4 нарушителя. Кто-то обещал больше не переходить дорогу в неположенном месте, а на некоторых не могут повлиять ни стресс от задержания, ни штраф, ни видеокамеры. Они и дальше продолжат играть с судьбой. Вы в следующий раз будете переходить дорогу здесь? Честно? Честно. Мне кажется, буду. Почему? Я не буду ходить до этого моста, чтобы перейти его. Лучше бы, чем вот так стоять, лучше, я не знаю, тогда бы сделать пешеходную дорожку для людей. Заставить пешехода больше никогда не нарушать правил дорожной безопасности сотрудники ГИБДД не в силах. Но даже если всего один человек из всех 4 задержанных в ходе рейда задумается и примет решение больше не переходить дорогу в этом опасном месте, это уже победа для дорожных инспекторов. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».